Как быстро летит время, друзья мои. Вот еще совсем недавно мы радовались тому, что закончился Петровский пост, а уже вступили в Успенский пост. Ну что ж, время летит быстро, а жизнь течет своим чередом. И есть одна замечательная дата в августе, которую мы просто не можем оставить без внимания. 10 августа, День Ангела, митрополита Николаевского и Очаковского, Высокопреосвященнейшего Петерима, правящего архиерея Николаевской епархии. И сегодня, друзья мои, мы приглашаем вас на пир веры, на торжество. Урочиста божественна літургія зібрала під сводами кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці чимало людей. Його Високопреосвященство Петерима знають не лише в Миколаївській єпархії і нашій країні, а й далеко за її межами. Адже кипуча діяльність владики виплескується усюди, як і його архієрейська молитва. 2017 рік – ювілейний для митрополита Петерима. Він – і усі ми відзначаємо 25-річчя архієрейського служіння митрополита Миколаївського і Очаковського Петерима. 25 років на передовій. Це навіть важко зрозуміти. Але якщо ти служиш Богу, а значить і людям, починають працювати духовні закони, які різняться від законів земних тим, що обійти їх неможливо. Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, який очолив урочисту службу в соборі, від імені митрополита Київського і всія України Блаженнішого Онуфрія нагородив владику Петерима орденом святих преподобних Антонія і Феодосія Печерських першого ступеня і звернувся до миколаївців з короткою проповіддю. Що стосується відношення Бога к тварному миру, определяется одним словом, одним понятием – любовь. Бог из любви творит мир видимый и невидимый. Бог из любви своей творит нашу землю. И только любовь, как главная причина, является то, що вінцом творіння определяється сам чоловік. Істинно віруюча людина, незважаючи на обставини життя, живе за законами Божими. І її світла душа притягує до себе народ. Привітати владику Петерима з Днем Янгола та 25-річчям архієрейського служіння приїхали архієреї з інших єпархій, духовенство, багато людей. І невтомно лунала в соборі многі і благі літа, владико Петерим. Oh,
Успенский пост, дорогие друзья, продолжается. Мы с вами уже встретили первый спас, изнесение животворящего креста Господнего. И вот приближается второй спас. Это преображение Господнее, великий праздник, о котором сегодня мы и поговорим прямо сейчас. Мы в первую очередь должны, видя Христа, который пришел на землю, пострадал, воскрес, который преобразился и тоже преобразит свою жизнь. А само событие преображения было таким, что вот незадолго до своих страданий Христос берет трех учеников, Петра, Иоанна и Иакова, и идут они на гору, чтобы там помолиться. Во время молитвы Христос преображается. И возле Христа ученики видят Моисея и Илию, двух великих пророков, которые говорят со Христом о сокровенном, о тайном, о его страданиях. Как бы в такой момент этого события Христос преобразился, и его лицо было, как солнце сияло, а одежды белые, как снег. Петр воскликнул Христу: «Господи, как нам здесь хорошо быть? Может, сделаем три кущи, как бы три таких палатки, и тебе, Моисею и Илие, и останемся здесь». Но в этот момент они услышали голос самого Бога, который говорит: «Это мой сын возлюбленный, его послушайте». Когда они услышали этот голос, они как бы упали в страхе, и Христос подходит к ним, дотрагивается к ним, и уже они видят его одного. Конечно же, Христос запрещает им рассказывать об этом событии до его воскресения. Церковь говорит нам о преображении. Христос преобразился для того, чтобы и мы преобразили и преображали каждый раз свою жизнь. Человек, живя в церкви, должен изменяться. Можно быть христианином, мы должны всегда совершенствоваться и быть лучше, борясь со своими страстями, преображать свою жизнь через борьбу эту. Но самое главное, Христос через преображение говорит нам о тех словах Бога Отца. Бог Отец повелел нам послушать Христа. То есть мы должны быть послушны учению Христа, которое Он принес на землю, основав свою церковь. И через это послушание этого учения, живя в церкви, в канонической церкви, будучи истинным православным христианином, тогда мы сможем преобразиться. Когда все священники богослужения совершают в белых одеждах, в народе говорят о втором спасе, когда мы освящаем плоды, принесенные, выращенные нами, как бы в дар Богу, все светло, радостно, тогда и мы можем сказать: нам хорошо. Но происходит ли у нас тогда преображение? Что многие приходят в храм ради чего? Осветить яблочки, осветить виноград, но не задумываются о смысле этого праздника. Смысл не осветить плоды, а осветить свою душу, преобразить и изменить. Вот ради этого совершается это событие. Ради этого мы прославляем Бога в богослужении, ради этого мы и молимся Господу, чтобы, дай Бог, чтобы мы все преобразились в своей жизни, чтобы наша жизнь христианская, православная, не стояла на месте. Дай Бог, чтобы так и было. Отец Максим, иногда получается, и не иногда, а я думаю, что чаще всего, когда человек искренне хочет преобразиться, искренне хочет стать хорошим, и вот он уже стал хорошим, и вдруг малейшее какое-то искушение, и снова все возвращается на круги своя. Как тогда быть? Дело в том, что человек, ну или каждый из нас, он не должен сказать себе, что я хороший. Как раз изменения не будет тогда, когда мы будем в себе видеть что-то хорошее. То есть и преобразиться или измениться мы сможем только с Божьей помощью, когда мы увидим свое состояние греховное, ничтожное, когда мы подумаем, что вот я что-то достиг, я каждое воскресенье хожу в храм, я исповедуюсь, причащаюсь, значит, я какой-то тоже особенный, не такой, как... Тогда Господь может попустить падение. То есть мы должны не видеть свои добрые дела, мы должны видеть свою греховность.
и надеяться на Божью помощь. Что только Ты мне, Господи, можешь помочь, только с Твоей помощью, с Твоей благодатью я смогу преобразить свое греховное, нечистое житие. Обязательно уповая на Бога, не видя своих каких-то добрых дел. Что добрые дела, если мы их будем считать, замечать, они, это состояние, где-то может человек возгордиться. И тогда может последнее быть хуже первого. То есть то состояние, в котором мы находимся, может быть хуже, чем мы были до этого. Что мы возгордились, мы возомнили о себе. Надо смиряться, уповать на Бога, исправляться и видеть перед собой только Христа. Вот цель Христос. Пример для меня Христос. Отец Максим, и будьте добры, ваше слово для наших телезрителей в Успенский пост, который является очень и очень строгим. Успенский пост в честь Пресвятой Богородицы строгий, но дай Бог, чтобы мы понимали, что пост – это не только воздержание от еды, пост – это воздержание своих страстей, это изменение своей греховной жизни, это борьба со своими страстями, где-то мы должны смиряться, где-то мы должны лишать себя тех радостных чувств, к которым мы привыкли. Привык человек жить каждый день, развлекаясь. Вот пост – то время, где мы немножко должны остыть, подумать о своей душе, потому что для Бога бесценна душа. Дай Бог, чтобы мы проводили пост по силам, понимая, что пост – это не то время, когда мы будем унывать, нам будет тяжело, а это то время, где мы, через которое мы сможем стать чище, стать преображеннее.